Сегодня я хочу рассказать вам о трех наших главных находках, которые мы получили, исследуя отношения россиян к Франции и французам. Итак, во-первых, что мы узнали, кого россияне считают самым известным французом? Когда мы спросили россиян о том, какие французы приходят к ним на ум, то наиболее популярным и известным оказался, кто бы вы думали, Жерар Депардье. На втором месте следом за ним идет Пьер Ришар, и только на третьем месте оказался французский президент господин Макрон. Наше второе открытие, которым я хочу поделиться с вами, это с чем россияне ассоциируют Францию. Когда мы задали россиянам вопрос, что вам приходит в голову, когда вы слышите о Франции, они в большинстве своем отвечали Париж. Франция для россиян – это Париж. Причем не просто Париж как целый город, а конкретные достопримечательности Парижа. Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейские поля, Лувр. И третий результат, о котором я хочу рассказать, это что россияне думают о российско-французских отношениях и что они знают о Франции. Краткий ответ – россияне очень мало знают о Франции. 72% говорят, что они о Франции практически ничего не знают, и это грустно. Но тем не менее, россияне видят русско-французские отношения как дружественные, хорошие и имеющие перспективы на развитие. Поэтому, наверное, имеет смысл в рамках Трианонского диалога создавать больше пространства для обмена информацией.